Конечно, нам хочется, чтобы наши братья подольше с нами побыли. Но у них есть и родственники, помимо нас, которые 2 месяца ждут, надеются. И сегодня это случилось, что мы их отправляем домой. Прямо нас лично. Друг. Если хотя бы на час мы можем ускорить, мы это сделаем. Так у нас было с Лисом, когда ребята были уставшие, потрепанные, раненые. Но сил хватило, чтобы его достать. И было принято решение не откладывать на завтра, пойти достать. Поэтому 100 метров нас разделяло до них. И 2 месяца до них. Решили этот вопрос. Поэтому мы тебе говорим огромное спасибо. Я думаю, не только мы, вся наша Родина. За них переживали все. Вот здесь мы были едины, как никогда. И там дома. Это наша не первая посылка туда, такая горькая. Есть одна ситуация. Как с ними мы едины. Дай Бог, чтобы все не проснулись и поняли. Только за счет них они могут рот открывать долго. Только за счет них, когда они встречаются на высших уровнях, могут что-то говорить. Мы рады, что вы с родственниками, что вы приходите. Терен Храпшном Саш Чухашарту. Бридирный Шумазад. Уилизм Кавач, Гидоходзам. Шар Дилышка Рахтаку. Абар Тачкун Собрая Анышака Туна. Шар Тшнейна. Хатку и Бишот Дунан. Пархагас Шхаман убра, и дырный шумас, и хэшу хабши с тбу пхашасвот, а хоть дырный шумас шусхусу с хазаги ахдырут, пархагас шухон, и хэва говорю, кашцот уязыхан и тбу пхашасвот. Уязыхан убри, и дырна, апхи ла хинткар, и нажга, ачкун шарыш, кашапшна, убра шизаги жзэйва говорю. А вас дамам, а и псы дамам, хабыз базов, хасчажра шуманаха, убризги шашта, а ачкунчу шизрфу эпш, убри ахинткарги шанхепшо, и бан ахинткара зэхин убризги брахи зао. Поэтому, Леонар, надеюсь, что, как мы тебя понимаем, все поймут.